Я люблю цветы. Наверное, многие женщины со мной согласятся. Вот. И, конечно, на Новый год каждый раз я делаю какие-нибудь цветочки. И в этом году я сделала великолепные цветы, которые мне очень-очень нравятся. Надеюсь, кому-то они тоже понравятся. Пышнейшие, красивейшие. Вот. И, как я говорю, они дешевые, много не стоят. Сделать их очень быстро, легко. Для того, чтобы сделать такой цветок, мне понадобится 4 салфетки. Трехслойные 4 салфеточки. Что я с ними делаю? Вот она сложена. Вначале я вырежу овал по краям. Складываю 4 слоя вот так вот. И буду вырезать. Сейчас только нужно проверить обязательно. Посмотреть, чтобы потом не распалась салфетка. То есть она должна быть вот так вот сложена. Иначе мы сделаем брак. Закругляю с одной стороны. И теперь буду закруглять с другой стороны. Вот полуовал делаю. И то и у меня получается вот такая фигура. И таких салфеточек я беру 4. Значит, вначале работаю с двумя. Вот одна салфеточка, вторая салфеточка. Складываю их друг на дружку. Более-менее должно быть аккуратненько. И затем сделаю гармошку. Так, таких заготовочек я делаю 2. Значит, одна заготовочка из 2 салфеточек. И вторая заготовочка тоже из 2 салфеточек. Вот. Теперь вот эти 2 заготовочки, вот одна заготовочка, вторая заготовочка, я накладываю их друг на дружку, соединяю. Итого у меня получается 1, 2, 3, 4 таких кончика. Здесь 4 салфетки, 2 заготовки. Я их скрепляю при помощи ниточки. Вот. И теперь буду эту гармошечку расправлять. Это все просто, все быстро. Вот. Ничего такого особенного в этом нет, но цветок получается красивый. Сложнее всего это нужно что сделать? Разъединить эту трехслойную салфеточку. Там 3 слоя. Ну, это просто, но главное, чтобы не порвать. Вот потихонечку, так вот послойно я ее буду сейчас слой за слоем снимать. И получится в результате очень и очень красивая. Может быть, снежинка, может быть, шар, может быть, цветок. Если шар, так надо на обе стороны расправлять. А так получится цветок. Вот так вот потихонечку мы будем освобождать вот эти слои.
цветок уже готов. Вот. Если бы я вот сюда немножко загибала бы, да, вот так вот, то получится шар. Но я люблю больше цветы. Шар можно подвешивать, но я сделала другие шарики, поэтому я уже с этого не буду ничего делать. Тут я, видите, вставила такую красоту, потому что здесь очень богатая серединка такая вот. И ее можно как бы немножечко вот так вот и поставить такую красивую штучку. Можно этого не делать. В общем, пышнейший шар, пышнейший цветок. Очень-очень красивый. Это значит, я делала из 4 салфеточек. Это 3 салфеточки, но разного цвета. Вот. Здесь даже у меня, видите, если вам видно, здесь даже блестки есть. Вот. Это тоже из 3 салфеточек. Вот я делала. И здесь я вырезала не так вот волны, такие как бы, ну, я знаю, как это сказать. Здесь более такой овал, как бы меньше вырезала, и получился вот такой прекрасный тоже цветок. Вот так вот, да, пожалуйста, смотрите. И, конечно, белый. Белый, я не знаю, как смотрится он там на камере, как я говорю, да, но, конечно, он смотрится очень хорошо, вот так вот. Ну, я считаю, что, конечно, для Нового года белый цвет – это чудесно. Здесь тоже 4 салфеточки. В общем, легко, просто, никаких таких особых, как говорится, навыков не надо, техника знакомая. Я в прошлом году делала цветы эти чуть-чуть поменьше, и там я брала только 2 салфеточки, а тут я уже взяла 4, разбогатела под конец. Спасибо вам, всего доброго, пока.